Правительство предлагает предоставлять льготное кредитование инвалидам-защитникам Приднестровской Молдавской Республики. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании Президиума высшего органа исполнительной власти. Их осталось всего 168. Инвалиды-защитники Приднестровья на встречах с президентом, премьер-министром и членами правительства неоднократно поднимали вопрос о необходимости субсидирования кредитов на потребительские цели. Цель данного документа – утвердить программу кредитования категории, которая четко как бы обозначена. Граждан Приднестровской Молдавской Республики, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, заболеваний, которые получены при защите Приднестровской Молдавской Республики. При этом документ определяет механизм предоставления и условия кредита, а также его объемы. Он даст возможность членам республиканской организации «Инвалиды войны, защитники Приднестровья» получать кредит на потребительские цели в сберегательном банке по ставке 18% годовых, из них 4% будет оплачивать заемщик. Разницу в 14% оплатит государство за счет средств резервного фонда правительства. Максимальная сумма кредита, которая может быть выдана нашим потенциальным заемщикам, 70 тысяч рублей для пенсионеров не старше 70 лет на момент окончания кредитного договора, 25 тысяч рублей для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет. В дальнейшем планируется ежегодно в рамках подготовки проекта республиканского бюджета закладывать средства на эти цели.